последние годы жизнь в селе по многим показателям приближается к городской. Особенно это заметно на территории Губкинского округа. Здесь строятся и капитально ремонтируются современные социальные объекты. Практически всюду проложены асфальтированные дороги, проведен водопровод, установлено уличное освещение. Газифицирование закончено много лет назад. Но, как известно, чем больше сделано, тем больше хочется. Никаноровка – село большое, и в нем проживает много молодых семей с детьми. Потому недавно селяне подумали, что им просто необходима детская площадка с песочницей и качелями. Глава территории Раиса Алехина решила сразу, что с просьбой о ее строительстве обратиться к руководству комбината «Кмаруда». Мы знали, что комбинат «Кмаруда» во главе с Владимиром Кантемировичем Тамаевым очень много делает для развития соцкультбыта вообще в городе. Ну и думаем, мы в селе, наверное, не откажет. И крайне были счастливы, безумно счастливы, когда нам сообщили, что мы едем посмотреть место, где будем устанавливать площадку. Комбинат «Кмаруда» не просто закупил и привез детские качели, песочницу, грибок, горку, комплексный турник, качели-весы, брусья и скамейки. Горняки помогли определиться с местоположением каждого объекта, установить и закрепить его по всем правилам. Но, конечно, без помощи местных мальчишек ничего бы не получилось. Ребята внесли посильную лепту и теперь с большим удовольствием пользуются результатами своего труда. Очереди устраиваются, особенно вот на качели, на вот тут балансированные качели. Ну, горка, они тут побыстрее, друг за дружкой. Ну, дети рады. Я вижу блеск в их глазах, они за мной бегают, вот иду на работу там или все. А вы знаете, там надо кое-кого шлаховать. А за что ж? Да он качели раскачивает очень сильно. Это же значит, они уже беспокоятся о том, чтобы все это и сохранить. Не успела наша съемочная группа расставить аппаратуру, а детвора уже потребовала взять у них интервью. Уж очень хотелось маленьким никаноровцам похвалиться новой площадкой. Мы сюда постоянно ходим, и нам нравится сюда ходить, потому что мы качаемся на голке, на качелях и даже на каруселях. Нравится вот на тех качелях качаться, на этих. У меня есть подружка, вообще с них не слезает. Да, она даже плачет, когда слезает. Мне нравятся турники, горка, лавочки, качели и песочница. По большому счету для комбината «Кмаруда» обустройство детской площадки – мелочь. Ведь куда большие средства предприятие выделяет на строительство и реконструкцию социальных объектов. А вот отдача в таких делах, пожалуй, самая большая. Приятно слышать восторженные детские крики и искренние слова благодарности от взрослых. Глава администрации вовремя донесла свои беды, которые у нее есть, чтобы помогли наши предприятия, вот городские, ну, вот определенные объекты сделали. Ну и когда Владимир Кантемирович получил известие, что нужно сделать, он, естественно, откликнулся. Ну и вот мы видим перед нашими очами, так сказать, вот соответствующий городок. Недавно я вот сижу в кабинете, звонит мне Анатолий Федорович Пирогов. Говорит, Николай Ильич, там еще сейчас толстые, сейчас мы давай заказывайте этот, вот этот ландшафт, если архитектурный детский, там потом, значит, в Кончино там. Я говорю, ну давайте, как-то тут я же не успеваю тут эти вопросы решать. Последние дни для никаноровцев выдались особенно богатыми на хорошие новости. Не успели селяне порадоваться детскому городку, как пришло известие. В следующем году в Никаноровке будут строить клуб. Общей мечте о новом современном ДК наконец предстоит осуществиться.